Домашние любимцы и нерадивые коммунальщики. Их поведение порой вызывает массу эмоций. Каких? Смотрите в нашей юмористической рубрике «Новости сети». Подборку популярных роликов подготовила Мария Демидова. Воспитание детей – дело серьезное, и без креатива никак не обойтись. Так вот, находчивый папа и придумал способ с комфортом, сидя в теплой машине, гулять со своими малышами на свежем воздухе. Домашние любимцы не перестают удивлять своих хозяев, завораживая пронзительным взглядом и вызывая массу положительных эмоций. Трус не играет в хоккей, но складывается ощущение, что этот смельчак не добьется успеха в данном виде спорта. А вот Калужская область порадовала видео, на котором демонстрируется ремонт дороги в достаточно экстремальных условиях, а если быть точнее, в луже. Только живя в Саратове, иногда складывается ощущение, что так ремонтируют дороги не только в Калужской области. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. А это видео посвящается всем любителям сов. Друзья, наслаждайтесь!